Давай, плачь. Наносит несколько ударов и пока защищается Андрей Филипп. Всеми силами пытается отстранить от себя соперника, но сейчас преодолел защитное построение. Это Андрей Филипп, Яир Родригес. Это выхода на боковую линию, но Родригес предпочитает атаковать фронтально. Лапи играет на ряду. Хорошо работает. Еще один точный удар прилетел. Пассивно достаточно ведет себя сейчас Родригес. Фили же обороняется в классической манере для такой позиции. Пытается прижимать к себе соперника, пытается прихватывать его за руки, чтобы лишить амплитуды для каких-то серьезных ударов. Но, по сути, то, что мы сейчас видим в партере, просто контролем набирает себе баллы Яир Родригес. И если брать общую скорость борьбы, то для этой категории как раз... Сейчас боковой контроль в исполнении.